мы вам поможем. Я говорю, здесь собираться можете, так сказать. Но вы, товарищи уважаемые, должны и сами о себе тоже начинать заботиться и думать. Поэтому я предлагаю, значит, чтобы вы здесь, вот собравшись представители, значит, предприятия, значит, избрали какую-то инициативную группу, кому вы доверяете, значит, кого вы знаете, значит, тогда вы лучше знаете друг друга. Значит, чтобы эти люди занимались, значит, координацией вот этой вот работы. То есть, я думаю, пока вы деньги не получили, надо будет, значит, отстаивать свои права. Это конституционное право. Вы правы на 200%. Значит, потому что здесь грубейшее нарушение закона. Поэтому свои права нужно отстаивать самим. За вас это делать никто не будет. Власти вы не нужны. Вот живой пример. На космодроме Восточный 2 месяца уже идет голодовка рабочим. Так это космодром. Это объект государственной важности. Уже 2 месяца идет голодовка, не выплачивают им заработную плату долги. Поэтому давайте, значит, настраивайтесь, значит, на борьбу. Я хочу, чтобы, значит, мы будем делать все, чтобы она успешно завершилась. Значит, ну а сейчас, значит, вот я слово Вадиму Александровичу. Значит, тут конкретно есть человек скажет. Пока еще. Значит, не, ну так скажем. Ничего неизвестно. Да, ничего. Значит, давайте вы, значит, сейчас вот информация какая-то вот есть. Значит, Юрий Васильевич правильно сказал, давайте создавайте инициативную группу из людей толковых. Там много не надо человек. Там человека 3, чтобы мы с ними координировали, 2-3, чтобы они вот с нами работали, приходили сюда. Давай и так далее. Конечно. Вот. И будем заниматься этим делом, потому что я смотрю, что там все отказано. Да, тут идет процедура банкрота. Тут, во-первых, решение суда я не увидел. Это вот вы обращались в администрацию города. Мне бы хотелось посмотреть еще решение суда. А решение суда придет. Вот придет. Только отправили. Хорошо. Да, вот, вот когда решение суда придет, уже можно будет конкретно разговаривать. Уже может быть принести. Я разговаривал с нашим юристом. Он сейчас убежал, у него суд, то есть надо там тоже в суд бежать, поэтому не может присутствовать. Но вот он электронный адрес оставил, да, вашему товарищу. Значит, чтобы ему тоже сбросили в электронном виде это решение вот, суда. Или отсерокопировать. Вот, пришло это. Посмотрите, пожалуйста. Вот с Москвы пришло. Мы просто много пишем уже.